И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем в вулканический биом. Но для начала, помимо того, что все чуваки у меня выросли, прям огонь-огнивище, все прям просто супер. Нет, хеленый. Вот. У меня здесь еще сейчас есть два яйца, то есть это уже от них, то есть это третье поколение, но они в целом, короче, такие. До этого был самец, короче, просто такой же, как самец вот этот. О, здорово. Вот, такой же, как самец, то есть по атаке и по здоровью, а самка была такого же, такая же, как это, по атаке и по здоровью. Ну, игра вылетела, и самец получился другой. Ну и пофигу, зато бегает быстрее. Вот, посмотрим, что, когда, где. Потихоньку выращиваю, потому что все-таки... Все-таки, наверное, на боссе они пригодятся мне. Вот, и пока что... Ну, пока что стоят на базе. Прокачал им вот столько здоровья, вот столько урона, то есть опять-таки же плюс-минус, чтобы было все ровненько. Ну а сейчас пойдем на гонки, если останется время, то на магмозавре еще потусуемся. Немножечко потусуемся на магмозавре. Гонки. Гонки в, как я уже сказал, в вулканическом биоме. Вот, и пойдем, ну вот, смертельная... жара. Пойдем именно туда. По идее, это должно быть здесь же. Но это не точно. Поэтому гарцуем в вулканический биом. Погоди-ка, а если... У меня там есть телепортики туда? Но это телепорт... Я не помню. Не-не-не, это вообще, короче, какая-то... Миссия, дебил. Это, наверное, на болоте у меня миссия. Я там миссию так обозвал. Ладно. Гарцуем. Так. Гарцуем нам вулканический и вроде бы... Да давай, НП. А там уже проверим, куда и как. Так, ой, не то. Тпхнулись. А теперь давай смотреть все-таки куда и как далеко мне идти. Сатиша. Да, все-таки другой. Но давай отслеживать терминал. Ну, хорош, давай. Прогружайся. Твою мать. Игра. Где я оказался? Да ты ж серьезно, ты че лагаешь, что будешь на кусок одна. Так, вулкан. Ну это по ходу дела мне пешком туда идти. Так, мне не нравится. Это блевота у меня лагает. Ну, в смысле, игра, в смысле, меня эта карта уже бесит. Извините, я уже так могу и называть ее, прям уже все. Ну, очень сильно раздражает карта вот этими своими. Убей, принеси и так далее. Ну, миссии. Ненавижу такое, честно. О, прикольно. Прикольно. И мы оказались, то есть мне нужно вот туда вниз. Это, по сути, нужно было на эску тпхаться. По идее, нужно было тпхаться на эску. Эску, на энку, на эску. А чёрт его знает. Короче, вниз надо было тпхаться. Я ориентируюсь в направлениях света, прям ужас как ориентируюсь. Так, ну надеюсь, у меня вулкан прогрузился, то есть весь вулканический биом и все хорошо, то есть этих все. О, прикольно, здесь тоже спуск. Сейчас таких лаг. Ну, как лаг. Лаги пролагивают. То есть, ну, вот этого всего, короче, сейчас не будет. Поэтому... Горцуем вниз! Ей! Отойди. Так. Им... Смертельная жара.
Я ж правильно? Смертельная жара. Да, я правильно прочитал. Смертельная жара. Так где кони-то? О! Погнали! Врум-врум-врум-врум! Давай! Два! Один! Погнали! На глимимках не гонял. Ёб твою ж за ногу. Реально, я на глимимках не гонял. Я их вроде бы не томил-то ни разу. Я реально не помню. А может и томил, но это было что-то типа того. Ну давай притомлю. Вот, поэтому как бы я не помню, чтобы я их томил, чтобы я на них так ездил. Всегда я считал никчемными и ненужными. Ну честно, потому что... Ну, камон, для чего они? Бегать? Не, если бы у меня был бы драйв, да, там бегать в несколько рыл, это было бы удобно. То есть там как бы... Он же как мини-автобус, типа такая маршруточка. На три седла, если не ошибаюсь, глимимка же он такой. Вот. Отлично, я в говно какое-то вляпался и задыхаюсь. Супер маршрут просто. Кайфовый маршрут прям. Ах. Какой полный ход? Да я и так газуцую, тебе что надо от меня? Ой. Супер, короче, вот супер. Обожаю, когда вот такие маршруты делают, короче. Чисто по газу, чтобы ты сдох, короче. Чтобы у тебя половины хп потом не было. Эх, красота. Да ёб твою, что ты что, серьезно? Так вот, глимимки для меня всегда, ну, постольку-поскольку. То есть это что-то какая-то кричащая тварь, которая пробегает мимо... Здорово. Пробегает мимо меня, когда я начинаю вот что-то с кем-то драться. То есть, ну, для меня она всегда была именно такой. Я бы не сказал, что сейчас мое мнение как-то сильно изменилось, потому что, по сути... О, да ладно, мы вообще по вулкану побежим еще. Прикольно. А, не, я думал, по вулкану еще побежим. Ну, было бы прикольно, если бы мы по вулкану пробежались, типа, прям внутри вулкана, у тебя, короче, без вариантов нужно было. И твоя миссия, короче, запарывается из-за того, что происходит извержение вулкана, короче, ты сдыхаешь просто как кусок говна. Еее, вот это было бы прикольно. Разойдись, посторонись. Уху! Ну, естественно, первый из первого, конечно. Это я могу. Что мы здесь получаем? Ну, естественно. О, отлично, очки ночного видения. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, давай бетку сразу же запускаем. Нет времени ждать, пора грацевать. Так, а где конь-то мой? А, вон где конь. Как-то очень далековато мой конь был. Ну, погнали. По идее, ничего должно быть сложного не было. Точнее, ничего сложного не должно быть. Я имею в виду про альфа. По идее, если уж с первого раза не пройдут, со второго раза точно должен пройти. Ну вот. Вот если только вот так вот стопаться не будет, то все будет огонь. Слушай, глимимка он даже не бьет. Он просто кричит, как свинота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая же гренимка, все-таки никчемная. Цыпленок. Страус, бляха-муха. Да, от страуса и то больше толку будет. Это ж тварь как может еще жахнуть лапами, так жахнет. Уху! Еды, в темечко клюнуть может не кисло. Ну давай, 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 быстрей, быстрей, беги. Отлично, я опять пробежался по этому куску говна. И сейчас вы будете слышать, как он задыхается своим пердежом. А, отлично. А, супер, я из-за этого дерьма я не прыгнул, спасибо. Я отвлекся на здоровье. Посмотреть, сколько у меня здоровья, и пропустил прыжок. Ну, бывает, что поделать, шалшара. А вот и карта сдох. Ну, что поделаешь, быканул, бедолага.
на более большого лава. Кстати, для тех, кто не знает, для тех, кто забыл и так далее, у меня на Рутубчике твоего. Вот, на Рутубе есть все дублирую, то есть дублирую все видео на Рутуб. И все так же. Качество там, конечно, похуже, чем на Ютубе. Но это как дубликат. Как дубликат, то есть это очень даже норм тема. То есть начал я этим заморачиваться очень давно, назовем так. То есть дублировать все видосы. Они там выходили энный период каждый день. А иногда были пробелы, так как я жопа ленивая, не загружал их туда. Вот, но я их постоянно дублирую. На Рутубе всегда есть ссылка в описании. Или у меня там только на ВК ссылка в описании. Я номер один в симуляции. Один из одного, это же круто. Так, что здесь у нас? Ну, такой себе, короче, прям... Да, хуже только додобол. Так вот, на Рутубе я всегда дублирую все, чтобы, не дай бог, что потеряется, как говорится. Если в YouTube отрубится, то на Рутубе у меня там будет. Я реально, я не помню, когда я уже начал этим заниматься, но вроде бы, давненько. Да давай уже пронеслась, ты же сказал, во, огонь. В общем, давно я этим занимаюсь, и отлично, я по ходу дела эту альфу всру, потому что здесь кое-какие ублюдки стоят. Именно в нужном месте они решили воевать, а я их решил обрулить. Ну, угу. Сейчас бы без прав пытаться обрулить. Ах, кто там. Вот. Поэтому... Ну, отлично, я застрял. Кто не хочет потеряться, может там всегда найти. То есть, если... День через день не выходят видосы. То есть, как бы вы такие, оп, а нету видосов. Хоп! А сегодня опять нету видосов, там, и вот так несколько дней подряд нету видосов, хотя я стараюсь выпускать их через день, чтобы, ну, блин, я же обещал через день выпускать видосы. Иногда даже выпускал каждый день такие, как вот, гоночки. Вот, обещал, надо выполнять, как говорится, хотя бы для самого себя. Вот. Поэтому, если видосов вы не видите... Ну, значит, у меня заблокировали YouTube, и я не могу туда заливать видосы. Значит, что? Правильно, на Рутубчик я все продолжаю заливать. Там продолжится заливаться через день, и там все мои выживания, то есть по арку, они точно так же будут продолжаться. Все легко и просто. Ей, бежим! Нормально, 50 секунд есть. О, добрый вечер. Неплохо на камешек забрался. Это лучше, чем застрять. Вот. В дальнейшем я... Ну, здорово! Ты в чё, в воздух? О, боже мой, просто... Он просто в воздух уперся и стоял на месте. Зарцевал. Да пошел ты, ублюдок жирный! Не, он все-таки бьет, но бьет с таким запозданием, что, извините, даже это... Даже тормоз реагирует быстрее. А, здорово, зацепил, отлично. Я уж и не надеялся. Но благодаря вот этому полету, благодаря этому полету, я просто прошел миссию. Эй, в жопу, я победил! Время, говорит, вышло. Да! Так все-таки время вышло, или я лучше в симуляции? Естественно, я красава. Ну, короче, такие себе здесь, это... Седло для мозазавра. Ну, кстати, 210, седло для мозика. По идее, норм. По идее, норм. А, нет, это же не мои. Так, магмазавр.
Иди сюда. Погнали, на тебе погоняем. Че у нас? Ой, да у нас еще времечко сколько? Дофига. Че-то почитал Вики, что он там умеет добывать? Ничего не узнал по-нормальному. Решил, что... Ай, нафиг, короче. Решу! Невозможно зарядить. А почему? Потому что я не в лаве стою, что ли? Вот, решил, что проверю сам. Ой, добрый вечер, нифига себе. Это ты что такое за облако выплюнул? А, во, камень металл добывает. Огонь. Дерево, солома, огонь. А он этот, интересно, добывает поджарь всех. Ну ладно, магмозавров поджарить — это вообще тупость будет. Он добывает вообще этот как там, господи, элемент. А, это я типа это, и на меня агрится все. Окей. Так, погнали туда, в пещеру. Посмотрим. Посмотрим, вообще он добывает, не добывает. Здесь, по идее, сейчас и обсидиан у меня будет под рукой. О, огонь. Огонь, вот это я понимаю. Вот это я вообще прям... Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Отлично. Так, стоп. Миссия. Отцеплись. Отлично. Погнали, погнали. Вот. В целом, если я захочу стримить, то я буду стримить на Трово. Посмотрел площадку, по идее, как все вот говорят, китайский Twitch, ну да, это Twitch, только китайский, вот, хотя честно, мне почему-то нравится больше, он более такой какой-то интереснее, что ли. Ну, братва, иди сюда, классно. Интересно, я что, их получаю как агро, что ли, на себя, или что? Да. В целом пофигу, пока мочу, все хорошо. Так, здесь у нас обсидиан. Обсидиан мы добываем, отлично. Так, дальше погнали. Кристальчики, братан, а точнее сеструля, кристаллы можно быть. Ой, кристалл ты можно быть, ну просто супер. Ну уж не говоря о том, сколько ты камней добываешь. Воу, ты ж... Ты так быстро бегаешь? У-у-у! А! Погоди, я не вижу. А, хотя давай! Запускай! А, нет, осталось слитков металла. Так, подожди. Во-первых, урон в ближнем бою. А чё ты такой распалился-то? Предотвращает замерзание, что? Ай, он, кстати, из-за этого стал, походу, дело быстрее бегать. Чё это, из-за того, что я в вулкане, что ли, нахожусь? И урон увеличился. Слитков металла недостаточно. А ты можешь пережарить его? Обжигающая слюна. Ну, допустим. А. И чё?
Магмозавр предотвращает замерзание. Окей, допустим. Я так понять не могу. А ты можешь это ловить-то в итоге? А что за фигня? Ну вот он стоит, вот это вот пердит. И не выплавляет. Ну и слитков металла, соответственно, у меня нету. Чтоб пердануть. Короче, какая-то фигня нездравая. Ну! Здорово. Так, 181. Ты чё, дурный, что ли? Включить выплавку. Ну, ничего не меняется. Он не выплавляет. Слушай, ну, это, короче, какая-то фигня непонятная. Может, я что-то делаю не так, хитин выкинул. Хотя, куда мне этот хитин, сраный, господи. Не знаю, может, я делаю что-то не так, я не спорю. Напишите в комментах. Но у меня другая тут спецмиссия. Ой, да иди ты в баню. Так. О, кстати, давай подождем. Обжигающая слюна. Процентура-то все заканчивается. Ну, 0%. А! Это у меня КД, что ли? Ну, супер. То есть я не плюнул, но КД получил. Гениально. Гениально. Но, честно, непонятно, как он должен выплавлять. Те, почему не выплавляет. И какого фига здесь происходит. Так. Я очкую туда прыгать сразу же. Я понимаю, что их раздербаню, но не хочу. Что-то мне кажется, я бегу в какую-то непонятную фигню. Здесь подъем наверх вообще. Эх, летишка, пассатишки, нифига вас там сколько, я туда точно не выберусь, это я знаю. Но, кстати, он заспавнился по новой. Вся вот эта фигня там, которая внутри находится. Да ты серьезно? Ай, да я плыву за ногу. О, а я металл добуду. Сколько металла? Ах ты вообще красава. Ну, добрый вечер. Иди сюда, ублюдок. Сейчас тебя убью нафиг. Вот это я дамажу. Так, ладно, спустился вниз. Вообще пофигу. Потому что я хочу проверить, как он в добыче. Никак. Он добывает с них камень. Ну фигово! Я вам так скажу. Ну, а с другой стороны, пофигу. Ладно, погнали до дома на спрос ресурсов, потому что у меня что-то как-то много ресурсов. И будем заканчивать. Ну, вот как-то так. Годки, ну, я бы сказал, что они легкие. На Бладсталкере это полная жопа. А вот на Галимимках это изи. Поэтому, сейф. Не забываем. Вот, поэтому по миссии скажу так. Это было легко. Магмозавр? Магмозавр прикольный. Конечно, да, сам факт того, что ты можешь горцевать по вулкану, а еще там видосики одном говорили, что типа, даже если вулкан начнет взрываться, ты можешь там типа остаться, главное не вылезать из седла. Возможно. Не проверял. Проверять не хочу. Если приспичит, то тогда и проверю. Вот.
А так, что? Что? На этом уже, как говорится, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Мне, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.